Работы проводились на центральном кладбище, на кладбищах по переулку Кирова и в нижней части города. Всего на уборку вышло более 100 человек из 57 организаций. Было задействовано 15 единиц техники. На центральном кладбище работали порядка 50 человек из 22 организаций и 5 единиц техники. Участника субботника убирали сухостой, мусор, ветки. Все это вывозилось на самосвалах на полигон. Работники общества «Алойл», вооружившись метлами, граблями, мешками, старательно трудились с самого утра. Ежегодно «Алойл» принимает участие в санитарно-экологическом двухмесячнике в нашем городе и районе. Одним из таких мероприятий является уборка на территории кладбища в нашем городе. Сегодня у нас здесь порядка 15 человек, наших сотрудников. Мы всегда стараемся участвовать во всех мероприятиях, проводимых городом, и всегда приносить городу пользу. Ежегодно от благого дела не остаются в стороне и работники газовой службы. Такие субботники нужны, потому что здесь родственники, здесь и у меня бабушка похоронена как раз неподалеку, вот, и дедушка, обязательно надо. Санитарный двухмесячник продолжается. Впереди очистка реки Ик. Айгуль Диатуллина, Булат Миязов, БРТ.